Всем привет! Вы на канале тот самый Шучок. С вас подписка и лайк, с меня вкусные рецепты различных блюд. В сегодняшнем нашем меню свиная грудинка в рассоле по удивительному рецепту. Солить мы ее будем вот в этой банке в течение 5 суток. Для нее сварится рассол. Вот 2 литра воды я набрал уже в кастрюльку. На эти 2 литра воды пойдет 200 грамм соли, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка кориандра круглого, чайная ложка перца черного круглого, чайная ложка перца душистого круглого, бутончики гвоздики штук 7-8, лавровый лист и 15 зубчиков чеснока. С чего начнем? Давайте засыпем соль. 200 грамм соли. Сюда же засыпем сахар. Кориандр молотый. Ой, извините, не молотый, горошком. Черный перец горошком, душистый перец, гвоздика, лавровый лист и чесночок. Это пойдет уже в конце, когда будем заливать данным рассолом нашу грудинку в банке. Сверху уже чесночка положим и лавровый лист, как бы так. Данный рассол нужно тщательно размешать, чтобы соль, сахар растворилась, прокипятить на газовой плите в течение 5-7 минут, дать ему остыть градусов до 60-70, и будем укладывать нашу грудинку. Грудинку я уже нарезал, грудинка хорошая, она прослойками мяса, сала. Такие небольшие кусочки я нарезал, пойдет, просолится за 5 дней. Ну, будем смотреть. Ранее я делал уже, мне все понравилось, все устроило. Далее все покажу, не переключайтесь. Пока наш рассол варится на плите, укладываем понемногу нашу грудинку. Мягкой частью на мягкую часть. Запомните. Не шкуркой. Вот и видите, как я положил. А шкурка смотрит наверх, а мягкая часть смотрит на мягкую часть. На нижнюю. Вот боковинка. То бишь шкурка или к стеклу. Ну, мягкая часть она должна быть. Соприкасаться с мягкой частью нашей грудинки. Ни в коем случае шкурой класть не надо на мягкую часть. Это ничто не засолится. Это вообще никак не засолится, не промаринуется. Это уже проверено. Сало получается очень интересным, одновременно и мягким, и не сильно соленым, вкусным. Но минимум солиться должно 5 дней, это минимум. Кто-то солит 3 дня, но это надо соли больше добавлять. Но
жалейте, можете больше класть, не 15 зубчиков, потому что сало любит чеснок. Какое сало без чеснока. Все. Теперь лавровый лист. Лавровый лист надо класть почему в конце, так как смысл его варить в кастрюльке я не вижу никакого смысла. Все ароматы свои он просто выветрит, если будете варить в кастрюльке, в этой воде, в рассоле. Включусь, как рассол сварится. Рассол наш остыл. Перелил я его в мерный стаканчик, чтобы удобнее было наливать в банку. Все заливаем. Ждем. Рассол как бы градусов 65-70, чтобы, как говорится, банка не лопнула. А то и не лопнет она. Все готово. Как говорится, шеф, все в ажуре. Просто изумительно. Так, рассола у меня получилось нормально так. Ну, зальем, чтобы, как говорится, хуже не будет. Все, сало наше будет стоять при комнатной температуре, в таком состоянии где-то сутки. Далее надо его будет вынести на веранду на сутки. И потом уже все оставшиеся трое суток опять при комнатной температуре где-нибудь, в прохладном месте, на подоконнике, на полу где-нибудь, где, как говорится, немного прохладнее. Можно в холодильнике держать. Кстати, только когда остынет. Сейчас ставить в таком состоянии нельзя. Вот такая вот получается грудинка в 3-литровой банке в рассоле за 5 дней. Сало наше просолилось 5 суток. Достаем наше сальцо и проверяем. Одно я достал, чесночком обмазал, ночь пролежала. Посмотрим, что получилось. Вот это вот у меня чесночком обмазанное, в морозилке лежало. Но это ровно 5 суток у нас солилось в банке. Куски, скажем так, не маленькие. Запах просто прекрасный. Его еще подкоптить бы горячим копчением. Вообще будет изумительно. Да, уже даже чувствую, что готово. Так, ладно, надо пробовать. Надо пробовать. Что, с какого начнем? Давай с этого. Шкурка мягкая.
Изумительно. Вкусное. В этом рассоле можно держать и до 10 суток. Ну, если кто-то переживает. Сейчас пакетики его сложим и в морозилку, чтобы подмерзло. Подмороженное будет потом уже вкуснее кушать. Идеально, мне нравится все. Дешево и сердито. Хорошее такое получилось сальцо. Так, замороженное оно мне еще. Надо не отрезать. Ну, не отрежется. Это я вчера достал. Чесночком натер. И в морозилочку. Сейчас попробуем его. Шикарно. Всем советую, пользуйтесь. Рецепт простой. Под видео в описании будет. Мясо готово. Грудинка свиная. За 5 дней солили в банке. Стояла в холодильнике все 5 суток. Просто удивительно. Шикардос. Ну, как тебе достать-то? Подписывайтесь на мой канал. Только подписавшись на мой канал, вы будете в курсе о выходе новых каких-то моих новых видео с новыми рецептами, приготовлениями. Ну а с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.